Жительница Люберец Лидия Соколова стала серебряным призером на первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет. Для воспитанницы спортивной школы Олимпийского резерва это уже не первая крупная победа. О своих успехах девушка рассказала и нам. Я перепробовала и баскетбол, и легкую атлетику. То есть как бы нигде особо долго не задержалась, ну, вот понравилось, начала сюда ходить и как бы уходить не захотелось. Да и вряд ли уже захочется. Тяжелая атлетика для Лидии Соколовой – это не просто увлечение и способ поддержки хорошей физической формы. С этим видом спорта девушка планирует связать дальнейшую жизнь. Ученица 10 класса хочет поступить в Малаховскую академию физической культуры, а потом работать тренером. Азы этой профессии Лидия осваивает уже сейчас, готовит к спортивным победам младшую сестру. Раз, два, три, четыре, пять. Молодец. Рывок 82 килограмма, толчок 102. Этот результат принес ей серебряную медаль. На первенстве России, которое прошло в Старом Осколе, Лидия в очередной раз подтвердила статус одной из самых сильных девушек в нашей стране. В копилке достижений второе место чемпионата Европы среди юниоров до 15 лет, а также рекорд Московской области среди тяжелоатлетов до 18 лет. Следующая цель – попасть на чемпионат мира. В лучшем случае занять там первое место или как минимум в призер. В тройку попасть. К этому юную спортсменку готовит бессменный тренер Кирилл Завадский. Но перед тем, как бороться за звание чемпиона мира, предстоит еще немало испытаний. Вот сейчас прошло первенство страны. Тренерский штаб сборной команды отобрал, по-моему, 24 сильнейших, но это по двум возрастам, 15-17 лет, и мы попали в этот расширенный состав. Затем сейчас в июле месяце, в конце июня начнутся сборы по подготовке. Удачное выступление на сборах станет путевкой на первенство Европы. И, возможно, мечта покорить штангу на чемпионате мира станет на шаг ближе. Луиза Егезарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.